Единственная проблема, что не все с правительства и парламента согласны не выступать, хотя туда переехать можно. 90% висит. Ну они же не актеры, чтобы выступать в театре. Нет, я думаю, что как раз они только актерами являются. И когда станет вопрос о том, что нужно за вас проголосовать, вы в этом убедитесь. Ну, это уже другой вопрос. Голосовать, не голосовать. Я знаю, что вы ставите свечки, чтобы не проголосовали. За потому, что? Потому что выборы — это хорошо. Нет, вот последнее, что я...